Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Перед просмотром жмите на колокольчик и подписывайтесь. Приятного просмотра! Надежда Бабкина, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус, постепенно идет на поправку. По слухам, еще совсем недавно певица не могла говорить. Теперь же к ней начал возвращаться голос. Сможет ли артистка вновь петь на сцене после болезни, рассказала врач-фониатор Надежда Гвоздецкая. Коронавирус – болезнь новая, поэтому его последствия еще до конца не изучены. Врач отметила, что либо сказать о состоянии гортани пока нельзя, к тому же сразу после простудных заболеваний нельзя смотреть голосовые связки. Даже привычная ОРВИ дает осложнение на голос, а Бабкина перенесла и ALF, и искусственную кому. Однако Гвоздецкая заверила, обычно певцы восстанавливаются и выступают дальше. Специалист рассказала сайту «Комсомольская правда», что пока вообще не стоит говорить о голосе Бабкиной. Для любого певца это смысл жизни, а народной артистке прежде всего нужно восстановить силы и полностью победить болезнь. Врач также добавила, что у Бабкиной голос очень мощный и понадеялась, что певица перенесет сложившуюся ситуацию достойно. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!